Я не знаю, как начать это видео. Всем привет, ребята! Меня очень давно не было на ютубе. И за мной стоят чемоданы. Потому что сегодня я вылетаю обратно в Россию. Как об этом правильно сказать? Я не знаю, честно. Очень много всего произошло за последнее время. И я поняла, что мне очень сильно нужен отдых. Просто морально и физически отдохнуть от суеты. Потому что Лос-Анджелес — это очень утомляющий город. И я очень соскучилась по ребятам в Москве. Как многие из вас знают, когда я улетала в Америку, я не думала, что я здесь останусь навсегда. И я даже не попрощалась со всеми. Мне хочется просто вернуться и каждого так сильно и крепко обнять. И потом со спокойной душой я уже вернусь обратно в Америку. Я так рада! Никто из ребят не знает, кроме Евы и Геры и моего менеджера Маши. Сегодня в 6 часов вечера у меня самолет, и завтра, получается, в 4 часа дня по московскому времени я буду в Москве. Мой Starbucks приехал, поэтому пойдемте соберем. Да, вот мой Starbucks приехал. Я довольна. Кстати, кто не знал, я каждое утро и вообще постоянно в течение дня катаюсь на своем скейтборде, который мне подарила Клава Кока на день рождения. Я никогда не каталась на скейтборде, но когда она мне подарила, у меня появилась мотивация научиться, поэтому это очень крутой подарок. Мы сейчас едем в Nara Content House, потому что я хочу со всеми ребятами попрощаться до отъезда и обнять каждого из них, потому что я буду скучать. Hey, Pepper. Мне Эйва подарила кошечку, дорогу, но я не знаю, если я смогу его взять с собой. Он такой милый и длинный. Я уезжаю уже, сейчас едет мой Uber. Я сделала только что плакала в своей комнате, потому что с той стороны мне грустно, то, что я уезжаю. С другой стороны, я так соскучилась по ребятам из XO, что я не могу не приехать сейчас. Are you gonna miss me? I miss you so much, Michelle. Я уезжаю. Ну все, ребята, я улетаю. И буду в России через 12 часов. Поедем в дом XO, ехать час, я не привыкла к пробкам. Час с чем-то. Час с чем-то. Возможно, два. Да, возможно, два. Заснежил, сам сегодня снежный день. Замело, завьюжило. Замело, завьюжило. Сейчас на улице минус 13 градусов. Чтобы вы понимали, я когда улетала из Лос-Анджелеса, было плюс 21. Поэтому, если я не заболею, это какое-то чудо будет. Мы сейчас подъезжаем в дом XO, и у меня такая ностальгия сейчас в голове, меня всю трясет. И, ребята, сейчас Гера сейчас всех соберет у себя в комнате. Тут сугробы такие, я снега еще что 2 года не видела. Гера сейчас собирает всех у себя в комнате. Я сейчас буду пробираться в подвал, чтобы меня никто не увидел. Ева мне только что скинула фотографию. Никто еще не спалил, мы пробрались вниз. Не, ну быть оператором, ребята, это джамбо. Сказали, что мы с тобой приезжаем.
Господи, как страшно это было! Ой, радость! Гера, у нас какой-то бред нёс! Да? Я говорю, Гера, лей воду! Наполовину полон, наполовину пустой! Наполовину полон такой! Пригласила свою русскую задницу обратно! Она! Ребят, знаешь, оказывается, это очень сложно. Давайте все. А я знала об этом. Секрета вообще нет. Да, ноль секретов. Кто у нас? Все. Ты знала? Ты знала? Угадает кого? Если честно, я никому не знала. Нер. Все, давайте попробуем сфоткать. Если что, я решила это вчера. Я вчера просто решила. В доме нет секретов. Я просто вчера решила и просто сказала Маше и Гере. Откуда Володя? Я никому не сказала. Гер, от меня ниоткуда не пошел секрет точно. Никому. Как Ромарка, какой его узнали? Не скажу. А я знаю. Очень важно, я пишу сразу включай. Получил меня на свой телефон. А где Лиза? Это так символично. А где она? Она мимо снимает, как главное. Быстрее. Сейчас, иди сюда фоткаться. Садись, садись. Дайте, быстрее, надо фоткаться. Все, давайте. Чатин, да, все снимем. Да, да. Все, садись. Ев, тоже садись. Все, садись все. Сейчас смотрим. Все смотрим в камеру, давайте. Да, давайте сделаем фотку. Сестри, посмотри. Бля, показала. Я вообще не поняла, кто это. Я подумала, какая-то баба из Муслима. Я просто смотрю. Ты скучала по мне? Я в шоке, ребят. Я смотрю на нее, и я даже не узнаю ее. Я просто...